Дорожные знаки, искусственные неровности и пешеходные переходы. Подчас этих мер недостаточно. Дорожная ситуация в городе остается напряженной. Виной тому высокий транзитный поток автомобилей. Кроме того, большие торговые центры просто притягивают к себе неприятности. У нас тоже есть из ряда вон выходящий случай, когда у нас двоих детей возле Меги избивают, к сожалению. Никто не застрахован от несчастных случаев. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно уделять больше внимания профилактике. Пропаганда безопасности дорожного движения среди школьников ведется постоянно. 3 сентября был проведен единый день профилактики безопасности дорожного движения. В этот день было проведено 27 встреч под эгидой сотрудников ОГИБДД, открытие площадки транспортной, лицей номер 16, и наши дети участвовали в общероссийском слете «Команд ЮИД». В ходе встречи обсуждались обращения жителей. Новые пешеходные переходы появятся в Подрезкове, Сходне и на Планерной. Также совместно с Управлением по развитию потребительского рынка будет проведена проверка придорожных торговых объектов. Артем Макаров, Валерий Алексеев, служба новостей.